Мы здесь с вами обсуждаем самые сложные вопросы развития права. Одной из тем сегодняшнего пленарного заседания является «Миссия права в эпоху перемен». Хочу напомнить слова известного немецкого юриста и мыслителя Рудольфа фон Еринга: «Цель права – мир, но путь к нему – борьба». Период изменений – это действительно всегда и борьба не только за изменение общественных отношений, это, если хотите, борьба за само право. Нельзя измерять наши успехи лишь количеством принятых нормативных актов, которые государство издает. Нельзя измерять и успехи, подписанными международными соглашениями. Важнее понять, насколько правовая основа прочна, насколько она достаточна на текущем этапе. Ведь это основа существования наших государств и наших обществ. Traditionally, there are strong ties between Austria and Russia, and that's why it's so important for us to go on with the dialogue and to talk to each other and to see each other regularly. That's what we are doing, and I have to say that this success of Полина Гагарова was really very, very impressive. Этот форум, так всегда его жду. С другой стороны, жду, чтобы все-таки иметь возможность в рамках работы попасть на него. И здесь очень много актуальных вопросов обсуждается. И некоторые, кстати, самое главное, что, которые мы сейчас обсуждаем вопросы, потом они реализуются в непосредственных документах. Мы считаем, что проведение в рамках Санкт-Петербургского юридического форума такого круглого стола даст новую информацию для практикующих юристов и для специалистов, ученых России о той проблематике и тех направлениях развития бизнеса с арабским исламским миром, который активно начинает продвигаться в России последние годы. В 2014 году, я должен сказать, был очень плодотворным с точки зрения интеграции. Почему? Потому что, ну, во-первых, к Союзу присоединилась Армения. В декабре 2014 года мы подписали договор о присоединении Кыргызстана к Союзу. Я надеюсь, что в ближайшие два месяца страны-участники Союза, они ратифицируют договор о присоединении Кыргызстана, и мы уже будем приветствовать наших коллег из Кыргызстана как полноправных участников этого процесса. Сегодня на площадке форума произошло обсуждение, где, каким образом идет взаимодействие, где какие проблемы в правоприменении, что требует своего совершенствования, какие блоки отработаны в предыдущие годы, что оставить лучше, что требует своего совершенствования, корректировки, и определяются направления на будущее формы, методы дальнейшего углубления интеграционных процессов Евразийского экономического союза. Был такой брифинг обсуждения, все темы касались перспективных новых
юридических аспектов регулирования финансового рынка. Это и финансовый омбудсмен, его функции медиации, это сделка с регулятором по нарушениям на финансовом рынке, связанным с манипулированием и инсайдом, это вмешательство Центрального банка в корпоративные отношения акционерных обществ и другие интересные темы. В этом году был сделан очень дополнительный, важный и большой шаг вперед в части роста качества участников, высокой квалификации спикеров, модераторов, более тщательного отбора тем для обсуждения. Поэтому я надеюсь на то, что все эти дополнительные шаги приведут к дополнительному росту интереса к форуму, как со стороны его участников, так и со стороны всей заинтересованной профессиональной, не только профессиональной общественности. При подготовке нынешнего форума было использовано более 1000 предложений о конкретных форумах работы, о конкретных направлениях работы, темах конференций, сессий круглых столов и так далее, которые поступили от ведущих как российских, так и иностранных и международных профессиональных объединений юристов, ведущих правовых школ, крупнейших юридических компаний мира. В каком языке? Какой ближе? Здесь русский. Русский ближе. Надеюсь на то, что и сегодняшнее пленарное заседание, и этот концерт в Филармонии станут хорошим импульсом для начала работы форума.